В России нет суда и нет правосудия, а законы работают выборочно и через раз. Как устроено то, чего нет? По каким негласным кодам и понятиям? Как можно заставить работать то, чего нет? И можно ли в принципе? Как защитить себя и близких от пыток в полиции и в тюрьме? Реально ли добиться от государственной машины выполнять прописанные в Конституции догмы? Как добиться исполнения элементарных прав граждан? Почему нашей судебной системе чуждо сочувствие к маленькому человеку? В подкасте «Совещательная комната» журналисты Зоя Светова и Вера Челищева ищут ответы на все эти вопросы в разговорах с адвокатами, юристами, бывшими осужденными, сегодняшними обвиняемыми, экс-судьями и экс-следователями, родственниками жертв российского «Левиафана», а также с людьми культуры. Всем им есть что рассказать о том, как выживать без суда и правосудия. Всем привет! Это подкаст «Совещательная комната», и здесь мы его ведущие. Я журналист Зоя Светова. И я журналист Вера Челищева. Сегодня 18 ноября 2022 года. Два дня назад исполнилось 13 лет со дня гибели в СИЗО «Матросская тишина» аудитора фирмы «Hermitage Capital» Сергея Магнитского. О его смерти я узнала, прочитав заметку в газете «Ведомости» от 16 ноября 2009 года. Я тогда была членом ОНК города Москвы, и с моими коллегами мы поспешили в Бутырскую тюрьму. Там последние свои месяцы провел Сергей Магнитский. А 16 ноября 2009 года его тяжело больного с приступом панкреатита привезли в больницу Матросской тишины, где он через несколько часов умер. Мы с моими коллегами по ОНК очень хотели узнать, что же с ним произошло. Поэтому несколько месяцев подряд мы опрашивали в разных московских тюрьмах врачей, заключенных, тюремщиков. И по результатам этих разговоров был составлен определенный доклад. Этот доклад председатель нашего ОНК Валерий Васильевич Борщов разослал во все ведомства. И также послал он этот доклад и в СПЧ, Совет по правам человека при президенте России. Поэтому сегодня, в годовщину гибели Сергея Магнитского, мы пригласили в наш подкаст Михаила Александровича Федотова, который все годы был главой СПЧ. Добрый день, Михаил Александрович. Здравствуйте, здравствуйте. Да, добрый день, Михаил Александрович. Я, наверное, начну сразу с вопроса. Вот тогда, в ноябре 2009 года, вы еще не были главой президентского совета, но, тем не менее, как вы узнали вообще о том, что произошло? Вы помните вот этот день, вот этот момент? Нет, честно скажу, я этот момент не помню, потому что тогда я этой сферой не интересовался. Я занимался своей проблематикой профессиональной. Я имею в виду вопросы правового положения журналистов, правового регулирования средств массовой информации, интеллектуальная собственность. Это сфера моих профессиональных интересов уже в течение многих десятилетий. И я вам скажу больше, что если бы мне кто-нибудь сказал, вы слышали, что произошло в СИЗО? Я бы спросил, а что такое СИЗО? Даже так? Ну, конечно, конечно. Точно так же, как аббревиатуру ФСИН, я узнал только после того, как стал председателем СПЧ. И эта сфера была для меня столь же неизвестна, как и сфера, там, я не знаю, космических полетов. Поэтому я был в тот момент специалистом, который работает, да, в сфере прав человека, безусловно. И я могу себя считать правозащитником, но в очень узкой сфере. В сфере защиты прав журналистов, в сфере защиты свободы массовой информации и так далее. А вот после того, как я стал председателем СПЧ, ну, тут, естественно, пришлось по необходимости уже значительно расширить сферу своих интересов и своей деятельности. Все попало. И права заключенных, и права бездомных, и экология. Ну, в общем, все. Все 360 градусов. Да, но есть, по-моему, такое выражение, я точно его не помню, но смысл такой, что когда человек занимает какое-то определенное кресло, определенное место, то он очень сильно меняется и погружается в ту проблематику, которой он должен по роду своей деятельности заниматься. Вот. А если возвращаться к истории с Сергеем Магнитским, то после его смерти, как мы все помним,
было возбуждено уголовное дело. И это действительно было уголовное дело об убийстве заключенного в СИЗО. Потом оно довольно быстро умерло в кабинетах Следственного комитета, и возникло дело о халатности врачей. И перед следствием предстали два врача-бутырки. Один из них доктор Дмитрий Кратов и непосредственно лечащий врач Магнитского Лариса Литвинова. Вот потом ее дело было прекращено против нее. Да, это дело было прекращено. И остался один обвиняемый Дмитрий Кратов, врач-бутырки. Хотя, что для меня, например, совершенно невозможно понять, почему именно он предстал перед следствием и потом был в суде, да, единственным обвиняемым, потому что Магнитский умер в матросской тишине. И, казалось бы, в его гибели должны были быть проверены, да, должны были быть проверены обстоятельства его гибели с точки зрения виновности в его гибели врачей именно матросской тишины. По этому поводу в декабре 2011 года в СПЧ прошло знаменитое заседание, которое было инициировано вами, Михаил Александрович, и правозащитниками, и меня туда пригласили, потому что я была одним из авторов вот этого общественного доклада о гибели Магнитского. Я прекрасно помню, что там был Бастрыкин, глава Следственного комитета, была следователь Марина Ломоносова, которая вела это дело, и другие следователи СК. Вы помните это заседание? Вот подождите, я хочу вам напомнить буквально несколько фраз, потому что я об этом писала репортаж. Я помню, как Бастрыкин такой огромнейшего роста, мне казалось, мужчина, встал и говорит таким грозным голосом: «Марина Олеговна», это он обращался к следователю Ломоносову, «давайте скорее завершайте расследование, даем вам срок до 21 января». И выступает потом Валерий Васильевич Борщов, обращается и к Ломоносову, и обращается к Бастрыкину и говорит: «Почему вы выводите из-под удара главных виновников этого дела?» Он имел в виду врачей матросской тишины. Ведь там доктор Гаусс был, Александр Гаусс. Это она не оказала ему надлежащей помощи. И следователь Ломоносова, она подполковником тогда была, она говорит: «Я не могу вам все рассказать, мы изучаем факты, примем решение, значит, и по следователю Сильченко, и по Гаусс». И что же происходит дальше? Вот, Михаил Александрович, я хотела бы, чтобы вы рассказали, как вы готовили это заседание, как вы помните его, и что произошло дальше? Значит, совет занялся этой темой очень тщательно и подробно. И занимался он этой темой по двум направлениям. Значит, одним направлением занимался Кирилл Кабанов и, так сказать, его группа, в которую входили еще несколько членов СПЧ, и в эту же группу входили еще эксперты, которых привлек сам Кирилл Кабанов. Эта группа занималась изучением того, что стоит за делом Сергея Магнитского, почему Сергей Магнитский стал обвиняемым по этому делу, насколько были обоснованы обвинения, какое отношение к этому делу имеет вот этот самый Hermitage Capital и так далее. Вторая группа занималась как раз условиями содержания Сергея Магнитского в СИЗО. И в Бутырской тюрьме, и в Матросской тишине. Эту группу как раз возглавляла Людмила Михайловна Алексеева, наша замечательная, любимая нами всеми, наша бабушка. И в эту группу она привлекла, естественно, Валерия Васильевича Борщева, вас и других членов ОНК, потому что здесь важно было как раз получить информацию о том, в каких условиях содержался Сергей Магнитский и что из этого получилось во всех деталях. Это один момент. Второй момент, на который я бы обратил внимание, это то, что когда об этом информация появилась в средствах массовой информации, а, как вы понимаете, СПЧ всегда работал абсолютно открыто. Это был один из наших главных принципов – абсолютная, максимально возможная открытость работы СПЧ. И я помню, у меня по этому поводу был конфликт с Сурковым Владиславом Юрьевичем, который на одной из наших встреч мне сказал: «Михаил Александрович, что-то вы часто выступаете в СМИ. Вы вообще забыли, наверное, что есть указ президента о том, как сотрудники администрации президента должны взаимодействовать со СМИ через пресс-службу, только через пресс-службу». На что я ему ответил, что Владислав Юрьевич, сказал я совершенно не нарушаю, я знаю этот указ, и ни в одном из моих публичных выступлений нет указания на то, что я являюсь советником президента. Там есть указание только на то, что я являюсь председателем Совета прав человека при президенте. А как председатель Совета, я в соответствии с другим указом президента обязан обеспечивать связь Совета со средствами массовой информации. Поэтому все, что я делаю абсолютно правильно, абсолютно законно с точки зрения президентских указов. Он сказал, что это я ловко устроился, на что я сказал, что я, в общем, так и было задумано.
И поэтому мы строили всю работу СПЧ, и по этому вопросу, и по всем остальным абсолютно открыто. И как только эта информация прошла в прессе, у меня раздался звонок на мой мобильный телефон. У меня мобильный телефон, номер его не меняется уже, наверное, с 2000 года. Позвонил мне какой-то некий мужской голос и сказал: «Здравствуйте, Михаил Александрович, я звоню по поручению господина Браугера. Он поручил мне сказать вам, что мы готовы вам всячески помогать в вашем расследовании по делу о гибели Сергея Магнитского. Скажите, пожалуйста, чем мы могли бы вам помочь?» На что я сказал, что вы меня очень обяжете, это будет самая большая ваша помощь мне, если вы больше никогда не будете мне звонить. И больше действительно они не звонили, никаких от них сигналов не поступало, и слава богу. Михаил Александрович, да, просто чтобы объяснить, это было вызвано, ваш ответ, это тем, чтобы не навредить, во-первых, ни вам, ни членам совета, ни тому, что вы делаете, в принципе, ни расследованию. Не потому, что вы плохо, да, допустим, относитесь к человеку, который позвонил, или к тому же Браугеру, а просто это было связано Объясню. Объясните, да. Значит, если вы хотите понять какую-то проблему, вы должны максимально устранить заинтересованных лиц. Вот как только появляются заинтересованные лица, вы уже реальную картину будете видеть в несколько ином свете. Для меня было принципиально важно, чтобы мне не звонили ни представители Браугера, ни представители другой стороны. Вот мы должны работать максимально независимо от всех сторон. И, честно говоря, по-моему, это у нас получилось. Да, простите, Михаил Александрович, но все-таки вы пригласили к себе в Совет по правам человека Бастрыкина, исследователей, которые вели дело расследования гибели Магнитского. И как вам кажется, ваше заседание, оно как-то повлияло на то, что дело было объективно расследовано или нет? Значит, здесь давайте разделим эту историю на две части. Часть первая – оптимистическая, такая вполне конструктивная, и прагматически очень выверен. Эту часть характеризует очень хорошие, очень конструктивные отношения между СПЧ и Следственным комитетом. Я сейчас об этом вспоминаю и думаю, а было это или нет? Неужели это было? Неужели это было возможно? И это были те же самые люди, с которыми мы так активно сотрудничали. Но в чем это выражалось? Значит, во-первых, это выражалось в том, что мы получили приглашение от Следственного комитета, чтобы члены совета участвовали в допросах обвиняемых. Вы представляете такое? Честно говоря, когда я получил от них такое приглашение, я подумал, что, наверное, я плохо учился в университете на юридическом факультете, потому что с точки зрения уголовно-процессуального законодательства такая штука, в общем, как-то невозможна, как мне казалось. Но при добром отношении со стороны Следственного комитета, ну а почему бы и нет? И в допросах, которые проводили вот следователи СКР, участвовали, вы не поверите, и я бы сейчас не поверил, но это было, это факт. Участвовала Людмила Михайловна Алексеева и Валерий Васильевич Борщов. Они участвовали в этих допросах, они присутствовали, они задавали вопросы. Вот какая безумно интересная история. Это одна деталь. Вторая деталь тоже фантастическая. Я не помню, наверняка где-то можно найти этот документ в каких-то архивах. Я получил письмо из Следственного комитета, где тогдашний начальник главного следственного управления, по-моему, фамилия была Щербаков, он пишет, что в связи с рассмотрением, значит, в связи с расследованием дела о гибели Сергея Магнитского, мы попросили бы Совет по правам человека рекомендовать нам экспертов, которые могли бы ответить на вопрос, нельзя ли считать условия содержания Магнитского в следственном изоляторе и в одном, и во втором, нельзя ли их считать пыткой. Ну, мы, конечно, назвали экспертов, которые могли бы дать такое заключение, можно это считать пыткой или нельзя это считать пыткой, с точки зрения норм международного права и международных стандартов содержания лиц в местах принудительного содержания. Мы дали этих экспертов. И, в общем, работа и вот этой группы, группы Людмилы Михайловны, и группы Кирилла Кабанова, она, в общем, позволила уже сделать некий предварительный доклад
с которым мы и вышли тогда на вот это заседание Совета. Это да, это прекрасно, да. Вот что было далее? Потому что напомню, что далее, по-моему, 5 января, наверное, если это было в декабре, или я путаю, эта встреча, может быть, была в ноябре, а 5 декабря, значит, уже следствие было закончено, перед судом предстал единственный обвиняемый, это Дмитрий Кратов, значит, его суд оправдал, а потом тот же Тверской суд, по-моему, через пару лет, может быть, или быстрее, рассматривал дело, которое тоже расследовал Следственный комитет, и это дело уже было о покойном Сергее Магнитском и его, значит, том человеке, на которого он какое-то время работал, это глава Херметаж Капитал Уильям Браудер. И, значит, этот процесс был в 2013 году. Их обоих, Сергея Магнитского посмертно, а Браудера заочно осудили за уклонение от уплаты налогов. И поэтому мой вопрос, вот вы нам сейчас рассказали, Михаил Александрович, вот такие фантастические вещи, что правозащитники участвовали в допросах, да, присутствовали на допросах, что вас попросили, значит, эксперт рекомендовать экспертов, вы рекомендовали тех замечательных экспертов, которые, я уверена, признали, что условия содержания Сергея Магнитского в московских СИЗО было пыточными. Но в результате все это кончилось совершенно иначе. И, казалось бы, тот президент Дмитрий Медведев, тогда он был президентом, он, в общем-то, очень хотел все это вроде бы как расследовать. А почему это кончилось таким странным образом? Да, извините, я добавлю, да, что оно как бы превратилось в висяк. Да, у нас много висяков за последние там 20-25 лет. И мне кажется, дело Магнитского — это такой большой висяк вот, в плане того, что его не довели до конца. Вот это расследование. Да, почему, да, Михаил Александрович? Да, его не довели до конца. На мой взгляд, вот почему. Потому что проблема, вот эта проблема, эта тема, этот кейс о гибели Сергея Магнитского в СИЗО, эта тема перешла из сферы внутреннего дела защиты прав человека, она перешла в сферу совершенно другую, в сферу международной политики и межгосударственных отношений между Россией и США. Что я имею в виду? Я имею в виду историю с принятием акта Магнитского Конгрессом США. После того, как этот документ был принят Конгрессом США, отношение к делу Магнитского на высшем уровне принципиально изменилось. Если до этого в администрации говорили, да, очень хорошо, это очень важно, пожалуйста, проводите это свое общественное расследование, будет, СК будет вам помогать, все замечательно. После того, как эта тема ушла в сферу внешней политики, все, было сказано, Магнитский виноват, никто не виноват в его гибели, всех оправдать и так далее. В общем, отношения с СКР на этом закончились, никакого сотрудничества дальше не было, и всякое продолжение нашего общественного расследования истории с гибелью Сергея Магнитского было практически заморожено. Мы ничего уже сделать не смогли. Но я считаю, что история с делом Магнитского, она имела очень важный результат, у нее был очень важный. В этом смысле это не висяк. Я имею в виду те изменения в уголовно-процессуальный закон, в уголовно-процессуальный кодекс, которые были внесены именно в связи с делом Сергея Магнитского. Что я имею в виду? Было принято две поправки. Одна поправка говорила о том, что лицо, находящееся под следствием в следственном изоляторе, имеет право на независимое медицинское обследование, по результатам которого суд может принять решение о изменении меры пресечения в связи с состоянием здоровья подследственного. Это одно изменение. А второе изменение касалось того, что такая мера пресечения, как содержание под стражей, не должна применяться в отношении лиц, обвиняемых в экономических преступлениях. Если бы эти две новеллы были приняты там на год раньше, то Сергей Магнитский просто не оказался бы за решеткой. Он просто не оказался бы за решеткой. А если бы оказался, то дальше независимое медицинское освидетельствование привело бы к тому, что он опять-таки оказался бы дома, оказался бы в больнице, его бы лечили бы правильно, он бы остался жив. И у меня по этому поводу была встреча с президентом Медведевым, которая была, на мой взгляд, очень характерна. Потому что я пришел к нему и сказал, что вот как раз по делу Сергея Магнитского. И сказал, вот вы подписали эти два закона о внесении изменений в уголовно-процессуальный кодекс. На основании этих законов было соответствующее постановление правительства,
с поручением Минздраву, но до сих пор Минздрав это поручение не выполнил, а в результате в одном из московских СИЗО погиб человек. Погиб от того, что по состоянию здоровья он должен был бы уже быть дома, а он находился в СИЗО и там умер. Он мне говорит, а как фамилия этого человека? Я говорю, Дмитрий Анатольевич, какая разница, как его фамилия? Иванов, Петров, Рабинович. Неважно. Важно то, что он не должен был там погибнуть. Какая разница, как его фамилия? Да, и он мне спрашивает, а почему, кто виноват? Я говорю, вопрос заключается в том, что документ должно было подготовить Минздрав соцразвития, а Минюст должен этот документ зарегистрировать. Он говорит, понятно. Где документ? Я говорю, он в Минюсте сейчас. Он говорит, понятно. Он по селектору связывается с министром юстиции, тогда это был Коновалов, и говорит, вот у меня сейчас тут сидит наш председатель СПЧ Федотов, говорит, что у вас на согласовании находится проект положения о проведении вот этого самого медицинского освидетельствования в следственных изоляторах. Почему до сих пор оно не зарегистрировано? А у меня до этого был разговор с Коноваловым. Я ему звонил, он мне говорит, не, Михаил Александрович, там еще конь не валялся. Значит, документ очень сырой, это еще надолго. Медведев говорит, значит, я прошу ускорить эту работу. И после этого разговора я улетел там в командировку на пару дней, возвращаюсь, звоню Коновалову, как там с этим документом? Вы его уже посмотрели, там есть какое-то продвижение? Он говорит, Михаил Александрович, на следующий день после вашего разговора с Медведевым мы уже его зарегистрировали. Ну, отсюда вывод. Это тот самый случай, как с дверцей автомобиля «Жигули». Закрывается только с удара. Наш чиновник, он такой. Я даже пришел к выводу, что между нашими чиновниками и компьютерами есть нечто общее. Если его не теребить, он засыпает. Михаил Александрович, это, конечно, замечательный рассказ, но я замечу одну вещь. Я как член ОНК могу свидетельствовать, что вот это постановление, да, о котором вы сказали по поводу освобождения из-под стражи людей, еще арестованных, еще не осужденных, которое было после смерти Магнитского, да, принято, и вот этот перечень заболеваний, который был принят, достаточно ущербный. Поэтому если бы это было сделано при жизни Магнитского, то Магнитского никто бы не освободил, потому что его заболевания не подходят под этот перечень. Поэтому, конечно, хорошо, потому что были люди, которые благодаря Магнитскому, его гибели, да, и тому, что было принято это постановление, я знаю таких людей, которые действительно были освобождены, и в нашем правозащитном деле один человек, это уже очень важно, поэтому хорошо, что это было постановление было принято, но оно было ущербно, и нужно об этом говорить. Потому что до сих пор людей не освобождают именно потому, что туда не внесено огромное количество заболеваний, при которых человек умирает в СИЗО. Абсолютно с вами согласен. Более того, здесь важно учесть, что есть заболевание, а есть еще понятие состояние. Потому что заболевание может быть не опасное, а состояние может быть очень опасное. То есть здесь стадия заболевания еще имеет значение. Кроме того, я должен сказать, что Совет очень активно занимался, и прежде всего благодаря Андрею Владимировичу Бабушкину мы занимались этой темой, и мы все время бились за то, чтобы этот список заболеваний, чтобы он расширялся и расширялся и расширялся. И второй момент – то, как складывалась судебная практика по реализации этой статьи Уголовно-процессуального кодекса. Я разговаривал с председателем Верховного суда Лебедевым Вячеславом Михайловичем на эту тему. И он мне сказал, да, у нас появилась практика, но это разговор был в каком-то 12-м, 13-м, 14-м году. У нас появилась такая практика, да, мы освобождаем по медицинским показаниям из следственных изоляторов, но далеко не всегда, потому что есть случаи, когда, да, заболевание серьезное, но следствие настаивает на том, что должен подследственный находиться в СИЗО, и далеко не всегда суд идет навстречу подследственному. Я считаю, что это неправильно, что так не может быть. Что если закон говорит о том, что если человек страдает болезнью, которая находится в этом списке, он должен быть освобожден из следственного изолятора. Но закон говорит, может быть освобожден. Вот это вот может быть и должен быть. Большая разница между этими понятиями.
Это очень лукаво. Это очень лукаво. Этим манипулируют как раз правоохранители и судьи. Конечно. У меня такой вопрос уже не про Магнитского, не про это дело. Вы в самом начале, почти когда заняли пост руководителя совета при президенте по правам человека, заявили и много об этом говорили, вас это действительно беспокоило, что одной из главных задач вы видите десталинизацию общественного сознания российской истории, да, потому что не было суда в нашей стране над Сталином, над сталинистами, не было вообще вот этой рефлексии, и судя по опросу, да, большинство россиян как-то спокойно относятся к тому, что были репрессии, и вообще иногда говорят, что роль Сталина скорее была положительной. Это вопрос в целом, да, а мы не знаем все равно подлинной картины, но тем не менее. Вас поливали, чем только не поливали, когда вы выдвинули вот это вот предложение и сказали, что задачей Совета является вот эта вот десталинизация. У вас была конкретная программа, конкретный проект, и вас, конечно, не только коммунисты, и все, кто мог, критиковали. А вот скажите вообще, был ли у нас период вот в нашей истории, вы как юрист и как историк тоже, и правозащитник, был ли когда-то период, когда этот суд над Сталином был возможен? Или мы его уже упустили, там, я не знаю, 56-й год, позже? Вот был ли и почему этого не произошло? Ну, во-первых, я не согласен с тем, что этого не произошло. Это произошло, безусловно. И поэтому вот этот самый термин «десталинизация», который тогда впервые был озвучен в 2010 году, абсолютно правильно сказали, что действительно там буквально с первых дней я постоянно об этом говорил. Но на самом деле термин-то этот не точен, потому что мы ставили вопрос не о десталинизации, мы ставили вопрос о десоветизации, детоталитаризации общественного сознания. Это гораздо важнее, потому что период десталинизации, он был в нашей истории. Это я имею в виду после 20-го съезда КПСС, 56-й год. Именно тогда была именно десталинизация, потому что тогда имя Сталина убиралось со всех с названий городов, поселков, сносились его памятники, переименовывались университеты, носившие имя Сталина и его сподвижников и так далее. И всюду, в каждом городе был проспект Сталина. Его именем называли там и школы, и университеты, и заводы, и колхозы. И вот тогда была именно десталинизация, но не десоветизация. Вот этого не было. И вот это стало возможным только после 91 года, когда Россия родилась как новое демократическое государство, поставив перед собой задачу стать социальным, правовым государством. Это задача. Это в Конституции у нас написано, что мы правовое государство. На самом деле мы должны еще стать этим правовым государством. Мы должны стать социальным государством. В этом смысле я считаю, что наша Конституция – задачник, который мы должны решить все те задачи, которые в этом задачнике написаны. Пока мы все задачи не решили. Что-то решили, что-то нет. И вот самые крупные задачи – создание правового государства, создание социального государства, создание федеративного государства – это все еще не решено. Возвращаясь к теме десталинизации. Многое удалось сделать. По десоветизации общественного сознания, ну, это процесс слишком большой, слишком долгий. Это надо, чтобы прошли поколения и поколения. Потому что такая простая вещь, это абсолютно вот советское отношение. Лес рубят, щепки летят. Это то, на чем основывалось тогда одно, так сказать, из скреп советской системы. Человек ничего не значит. Все значит только вот мнение классов, масс и так далее. Мы с этим что-то сделали? Нет, ничего не сделали. До сих пор в общественном сознании существует представление о том, что человек – это вообще права человека – это что-то такое несущественное. Вот права масс, коллективов, права населения, права народа – это да. А вот права отдельного человека ничего не значит. Хотя в Конституции написано прямо противоположно. Прямо противоположно. Написано, что права и свободы человека, его права и свободы являются высшей ценностью. Ну, прямо же написано в Конституции. Нет, это, к сожалению, в общественное сознание это пока еще не проникло. И не проникло в сознание общества, и не проникло в сознание властей. Они тоже считают, что, в общем, это такие конституционные
идеи, на которые можно не обращать внимания в практической жизни. Это на самом деле очень жаль. Хотя слова говорятся при этом правильно. А что касается вот этой программы, которую мы начали в 2011 году, и я не могу не упомянуть в связи с этим имя Арсения Борисовича Рогинского, который был докладчиком по этой теме на встрече Совета с президентом. Это было такое уникальное заседание, где доклад делал не член Совета. Арсений Борисович не был членом Совета, но он был главным действующим лицом этой программы и главным ее идеологом. И он ее докладывал президенту. И я помню резолюцию Медведева на нашем докладе. Он написал руководителю своей администрации Сергею Борисовичу Иванову: «Прошу подготовить предложение. Это очень важно для России». Он понимал, что это очень важно для России. И это действительно очень важно для России. Если мы смогли бы эту программу полностью реализовать, это было бы очень важно. К сожалению, только часть этой программы удалось реализовать, и тоже с очень большими трудностями, с очень большим сопротивлением. Потому что, ну, представьте себе, эта программа под названием «Концепция государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий». Она была утверждена правительством в августе 2015 года. И, кстати говоря, потом нам удалось ее продлить, ее действие до 2024 года. То есть она действует и сегодня. И еще в следующем году она будет действовать. И, может быть, удастся ее продлить еще на какое-то время. Потому что, на самом деле, работы очень много. Еще не выполненные работы. Потому что еще до сих пор не открыты архивы. Многие архивы, очень многие документы до сих пор не рассекречены. И не найдены, что самое страшное. Просто не найдены. Например, не найдены очень многие документы, в которых содержатся сведения о местах массовых расстрелов, они просто не найдены. Если бы их найти и рассекретить, это позволило бы значительно упростить и ускорить работу по мемориализации мест массового захоронения. Но вот сейчас вот конкретный пример. В Челябинской области женщина на своем садовом участке рыла колодец для септика и обнаружила в земле на какой-то глубине обнаружила человеческие останки. Ну, вызвали следователей, там полиция приехала, начали раскапывать. И оказалось, что это массовое захоронение там. И очень характерно, значит, эта женщина, она говорила: так, быстренько это все там закопайте уже, потому что мне септик нужен. И в какой-то момент, ну, видимо, был дождь, было скользко, и она туда упала. И провела там несколько часов. И когда ее оттуда достали, она сказала: пожалуйста, ройте столько, сколько нужно. Я уже не молодая женщина, мне скоро предстать перед Всевышним. Я там увижу тех людей, которые здесь погребены. Я хочу им смотреть в глаза. Пожалуйста, раскапывайте, раскапывайте, раскапывайте. Вот как меняется человек. Это маленький населенный пункт в Челябинской области. Такая библейская немножко история, да, такая даже не киношная, а именно библейская, когда человек понял. Ему надо оказаться вот там вот буквально. Михаил Александрович, ну вот я вас слушала сейчас, да, и мы говорили о деле Магнитского, которое ни к чему не привело, то есть виновные в его гибели не были наказаны, расследование, ну, оно не закончено, можно сказать, и никогда, я думаю, не будет проведено, потому что уже прошло слишком много времени, а с его гибели уже прошло 13 лет. Потом мы пришли с вами к выводу, что не было все-таки проведено настоящей десталинизации и десоветизации. Мы это видим на примере того времени, в котором мы сейчас живем. И у меня, конечно, есть вопрос, который мы сегодня не успеем обсудить. Вопрос о том, почему мы все проиграли. Вот. И, к сожалению, мы его сегодня не успеем обсудить. Но спасибо, что благодаря вам этот вопрос у меня опять возник в голове. Вы слышали наш подкаст «Совещательная комната», и мы говорили с Михаилом Александровичем Федотовым. У Михаила Александровича Федотова очень много всяких регалий, но я упомяну только то, что с 2010 по 2019 год Михаил Александрович был председателем Совета по правам человека, совета, которому все-таки очень много удалось сделать.
сделать, но не все, что этот совет хотел сделать, но все-таки что-то удалось, и удалось помочь конкретным людям, что, мне кажется, самое важное в нашей жизни. Спасибо вам, Михаил Александрович. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. А вы слушаете наш подкаст на сайте «Новое медиа», на YouTube, в Apple Podcast, на других платформах. Пожалуйста, ставьте нам лайки, пишите свои комментарии, и всем привет, и до следующего подкаста. Пока.